Здравствуйте, это новости на Дону. В студии Артем Тарасов. Смотрите выпуски. Новая ферма будет, а конный центр уже открыт. Рабочая поездка губернатора в Константиновский и Мартыновский районы. Закупочная сессия тогда работает, когда на прилавке есть товар. Один гол отыграли, второй не смогли. У футбольного Ростова третье поражение подряд, причем от аутсайдера хабаровского СКА. Не хватило таких, командных действий, которые должны были, умение терпеть. Знакомьтесь, тигренок пока безымянный. Ростовский зоопарк впервые показал своего новорожденного жителя. У нас довольно возрастная коллекция, и мы думаем, что этот малыш останется в ростовском зоопарке. Первую учебную молочную ферму построят в Константиновском районе. Там будут готовить кадры для отрасли и растить племенное поголовье для кластера «Донские молочные продукты». Символический камень в основании заложил губернатор. В тот же день Василий Голубев открыл конный центр для казачьих дружин и побывал в хозяйстве Новоселовского и Мартыновского района. Важный день в истории донского животноводства. Начало строительства первого учебного предприятия. Ферма рассчитана на 500 племенных голов, которые смогут давать 4000 тонн молока в год. Мы входим в пятерку, в шестерку лидеров России по производству молока как регион. Но думаю, что резервов и потенциально новых задач здесь пока предостаточно. Одна из проблем в отрасли – кадры. На хорошего зоотехника или ветеринара идет охота. Работодатели готовы платить и 100 тысяч в месяц. На этой ферме будут учить работать на новейшем оборудовании. На совещании говорили о поставках местной продукции в крупные гипермаркеты. Виктор Григорьевич, это то, о чем я твержу постоянно. Каждого производителя в Ростовской области нужно опекать. Это каждого производителя нужно опекать. В том числе и производителя того, что нужно людям. И когда нам докладывают, в том числе департамент потребительского рынка, о том, что они там проводят закупочные сессии, учат и так далее, и так далее. Вот закупочная сессия тогда работает, когда на прилавке есть товар. Конечная цель нового проекта – увеличить долю донского молока на столах жителей региона, подчеркнул Василий Голубев. В ходе рабочей поездки губернатор побывал в фермерском хозяйстве Новоселовское Мартыновского района. Урожайность зерновых здесь выросла благодаря орошению. Видим, какая у нас земля, песчаная земля. Мы в хороший год раньше получали до 30, это максимально, центр урожайность на этих землях была. Вот после установки растительных систем 80-90 центров, это все-таки существенно. За последние 3 года хозяйство получило 9 миллионов рублей господдержки. Столько же губернатор выделил из резервного фонда на покупку 5 скакунов и 2 коневозок для нового конного центра в Константиновске, который объединил верховые казачьи дружины области. Когда вместе, это проще, это удобней, когда в одном месте находится сконцентрирована, так сказать, такая сила. И в случае центра мобильный, имеются коневозы, которые в любой момент можно доставить в любую точку Ростовской области. Казаки патрулируют дачные участки, леса, участвуют в рейдах против браконьеров и массовых мероприятиях. Здесь же будут обучать джигитовке. Это хороший подарок 425-летию города Константиновска. Это хороший подарок Великому войску Донскому. Убежден абсолютно, что создание таких мест позволяет развивать не только казачество, но и поддерживать нашу молодежь. В центре 22 лошади – донской и буденовской пород. В следующем году казаки будут нести службу на спортивных объектах во время мундиаля. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Дон-24, Константиновский и Мартыновский районы. Ликвидировать вторую школьную смену с помощью вузов, обязательно аттестовать экскурсоводов, оптимизировать работу госжилинспекции. Такие инициативы привезли в Ялту на конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации «Донские законодатели» и были поддержаны коллегами из других регионов. Чтобы ликвидировать вторую смену в школах раньше 2025 года, депутаты Донского заксобрания предложили внести поправки в федеральный закон об образовании и дать субъектам полномочия финансировать из областного бюджета вузы, которые открывают на своих площадках лицеи и школы. С одной стороны, будет эффективно использоваться недвижимость вузов. Кроме того, нет необходимости оплачивать содержание этих учреждений, потому что федерация оплачивает, а на самом деле мы будем передавать им субвенцию только на образовательный процесс и оплату педагогов.
Еще одно предложение донских парламентариев Госдуме и правительству страны – ввести обязательную аттестацию гидов и экскурсоводов. В некоторых регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым, аттестация действует, но только добровольная. И вот так как президент Российской Федерации ставит перед нами задачу о том, что туризм должен стать полноценной отраслью экономики, естественно, гиды, экскурсоводы формируют образ России и привлекательность туристскую нашего государства на международном уровне. К сожалению, не все гиды, не только непрофессионалы, но и не участвуют полноценно в экономике нашего государства, то есть не уплачивают налоги. Чтобы закон заработал, надо будет определить орган федеральной власти, который пропишет правила аттестации гидов и экскурсоводов, и региональный орган, который будет ее проводить. Также донские парламентарии считают, что внеплановые проверки госжилинспекции можно сократить, закрепив норму о предварительном обращении заявителя к юрлицу. То есть жильцы сначала должны обратиться в управляющую компанию, чтобы та устранила нарушение, а затем, если ничего не изменится, в госжилинспекцию, которая, в свою очередь, примет решение в неплановой проверке. Мы нашли поддержку наших коллег. Во-первых, все инициативы, с которыми мы выступили на конференции, были поддержаны. Но, с другой стороны, мы услышали и некоторые предложения от наших коллег из Астраханской, Волгоградской области, Севастополя, Республики Крым. И эти предложения будут использованы нашими депутатами в своей законотворческой деятельности. Все инициативы донских депутатов были рассмотрены профильными комитетами Южно-Российской парламентской ассоциации и единогласно приняты участниками конференции. Екатерина Лободина, Дон 24, Ялта. Тысячи ростовчан вышли на улицы, чтобы сделать город чище. В донской столице прошел массовый субботник. Основные работы на территории Кумжинской рощи. Из Дона убирали ил и камыш с помощью современной техники. Искали мусор в лесопосадке и выносили сухостой. Каждый район города на своих территориях то же самое проводит уборку, сбор листвы, мусора. И это наш вклад в тот год экологии, который проводится в городе Ростове-на-Дону. На уборку вышло много добровольцев. До основных мест субботника их довозили бесплатные автобусы. Люди уже понимают и привыкают к тому, что нужно содержать даже свою прилегающую территорию в чистоте и в порядке. И я думаю, что на сегодняшний день да, люди уже охотно выходят и на наши призывы и наводят порядок в районе. До декабря в Ростове планируется еще один масштабный субботник. По традиции он будет совмещен с Днем древонасаждения. До ухода центрального защитника Михи Мевли футбольный Ростов пропустил всего 3 мяча в 8 матчах, после уже 7 в 5. Без словенца оборона потеряла свою непроходимость. И, как следствие, третье поражение в чемпионате подряд, причем от одной из слабейших команд – Хабаровского СКА. Леонид Кучук уже приучил нас к сюрпризам. Не обошлось без них и в этом матче. На скамейке запасных оказался лидер команды Тимофей Калачев. По соседству с ним Алексей Ионов. В итоге наше атакующее трио состояло из Александра Зуева, Мусы Думбия и Александра Бухарова. В защите и в центре поля также не обошлось без изменений. В стартовый состав вернулся Мацей Вилюш, а Павел Могилевец заменил дисквалифицированного Артура Юсупова. Потеря любого игрока основного состава – это серьезная потеря. В прошлом игре у нас вообще не было, был только один центральный защитник. Но мы играли, показывали неплохой футбол, но так, немножко не повезло. Поэтому это не должно быть каким-то препятствием в нашей игре. Хозяева начали активнее и уже на 17-й минуте преобразовали игровое преимущество в забитый мяч. Никифоров с правого фланга прострелил в штрафную, где Ингельсон крайне неосмотрительно сыграл пяткой. Получивший подарок Маркович легко обыграл Паршевлюка с Писяковым и закатил мяч в сетку. Ростовчане тут же пошли отыгрываться и могли это сделать уже через несколько минут в ходе симпатичной многоходовой комбинации. Думбия выскочил на ударную позицию и со считанных метров пробил штангу. И все же до перерыва нам удалось сравнять счет. Уже в добавленное арбитром время. Получив пас от Думбия, Гацкан с правого края штрафной выполнил роскошный верховой заброс на дальний угол вратарской, где Устинов здорово сыграл на опережение и ударом головой в падении поразил хабаровские ворота. 1-1. Пропустили в начале гол, потом как бы раскачались и вроде бы в конце игры нашли свою игру.
забили гол. После перерыва на поле все-таки появились Калачев и Ионов, но усиление атаки не получилось. Гол прилетел в наши ворота. Денис Дидейчко пальнул из-за пределов штрафной точно в угол и принес своей команде неожиданную победу. 2-1. Ростов перешел на игру в 4 защитника, но это не спасло. Третье подряд поражение нашей команды в чемпионате. Не хватило таких, командных действий, которые должны были, умение терпеть, ждать, умение играть всем в отборе, умение играть всем в атаке. Вот этого, наверное, не хватило. Следующий тур 15 октября. Дома принимаем «Рубин» Курбана-Бердыева. Роман Саганов, Дон-24, Хабаровск. Двухмесячного тигренка впервые показал ростовский зоопарк. У этого кошачьего пока даже имени нет. Зоологи не могут определить пол, потому что мама Прима оберегает ребенка даже от работников зоопарка. Этот приплод считается генетически ценным, ведь родители малыша Прима и Устин родились на воле. У нас сейчас в зоопарке 3 тигра. Это тигр Устин, которому около 5 лет, Прима 12 лет и тигр Артем, которому тоже около 12 лет. На самом деле средний возраст жизни около 15 лет, поэтому все-таки у нас довольно возрастная коллекция. И мы думаем, что этот малыш останется в ростовском зоопарке. Прима уже многодетная мама. Это ее 3-е роды. А вот Устин стал папой впервые. Сейчас семейство живет в разных вольерах, чтобы отец не навредил малышу. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15 часов. В студии был Артем Тарасов. До встречи.